Дорогие ребята, приглашаем вас познакомиться с нашими книжными зимними историями. Наступил декабрь, а значит, скоро начнутся предпраздничные хлопоты. Городская детская библиотека имени Пушкина уже сейчас трудится над созданием новогоднего настроения у саровских малышей. 1 декабря для них стартовал арт-марафон книжных иллюстраций «Зимняя сказка». Мы предлагаем всей семьей почитать самые разные зимние сказки, и классические, такие как «Снежная королева» или «Щелкунчик», или что-то из новой литературы. А затем ребятам на отдельные цитаты из этих книг нарисовать свои иллюстрации, то есть проиллюстрировать эти книжки, самые запоминающиеся моменты. В марафоне могут принять участие дети от 5 до 12 лет. Работы юных саровчан будут принимать до 25 декабря. А в январе в библиотеке пройдет выставка иллюстраций. Ну а все участники вот этого арт-марафона получат электронные сертификаты участников, руководители детских работ, благодарственные электронные письма. Так что будем очень рады участию всех наших ребят. При поддержке, конечно же, взрослых. Ждем вашей работы. Свои иллюстрации дети могут принести лично или прислать в отсканированном виде на электронный адрес библиотеки с пометкой «Арт-марафон. Зимняя сказка».